Ребят, с вами я, Нигина, и сегодня я снимаю видео, что в моей летней сумке. Я уже сняла видео, так что в моем школьном рюкзаке, а сейчас я решила снять так, что в моей летней сумке, потому что это тоже очень популярное видео на ютубе. И давайте начнем. Моя летняя сумка, она из кари, и выглядит она вот так. Да, она из кари. Когда была на нее акция, я ее купила. А когда на нее нет акции, то ну, когда нету акции, таких сумок нету, потому что все разбирают. Она очень маленькая, вот такая вот. На вот таком вот ремешке. И он регулируется. Я ее ношу через плечо. Вот. И тут здесь такие вот камушки. И здесь такой замочек. Но это обманка. Это просто для красоты. Извиняюсь, если я буду кашлять, просто я заболела. Вот. Она мне очень-очень-очень нравится. И я ее люблю летом носить, потому что она очень-очень классная. И мне ее подарила сестра. Вот. Она, потому что она там работает. И она мне купила эту сумочку. Вот, и она очень мне нравится. Кстати, тут можно отсоединить и будет как клатчик, но вот так мне ее удобнее носить. Давайте начнем. В ней два отделения, одно общее, и там под замочком. Начнем с общего. В общем, кармашке у меня лежит вот такой вот блокнотик. Он леопардовый и обычный. Вот такой вот. Сюда я записываю некоторые идеи и так далее. Боже мой. Вот. И ручку... А, нет. Дальше ручка. Вот такая вот обычная. Чтобы что-то записывать. Дальше мой любимый кошелечек голубого цвета. Резиновенький. Вот такая вот. Я знаю, что он продается в фикс-прайсе, но мне его подарила моя лучшая подруга, ну, не лучшая, моя подруга Даша. И спасибо ей огромное, она подарила мне этот на 8 марта. Да что ж такое? Вот, и спасибо ей огромное. И когда я пойду с сестрой, я хочу себе купить еще один такой же кошелек. Потому что они очень классные, мне очень нравятся. Особенно под мелочь вообще супер. Мне очень нравится лично. И все. Вот здесь у меня больше ничего нет. Потому что, ребят, я не очень люблю много всего носить. И важные салфетки сегодня не покажу, потому что они у меня закончились. Вот под вот этим вот замочком. Сейчас вот. Давайте посмотрим, что там. Вот такой вот блеск для губ Lipsmaker. Он со вкусом киви. Не могу открыть. В общем, вкусно пахнет киви. И вот такой вот у него аппликатор. И сейчас покажу, какой цвет он дает. Вот такой вот. И летом я люблю пользоваться этим. Именно потому, что он очень классный и блестит на солнышке. Все, потом моей лишней сумочки мне больше ничего не нужно. И ключи я вам тоже не показала. И телефон тоже. Потому что телефон на зарядке. Я снимаю сейчас на планшет. Вот. А ключи у меня всегда в куртке, потому что я их ношу с собой в школу. Все, в моей личной сумочке больше ничего не лежит. Ну что ж, если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. И пишите свои классные, позитивные, веселые комментарии. Также пишите, какие видео вы хотите, потому что мне нечего уже снимать. Вот, и по вашим запросам я обязательно сниму ваше видео. Вот. Это было все видео. Я вас очень люблю. Всем пока-пока. Пока.